терпится отомстить Левиафану. Начинайте установку, инженеры! Потеряли последнего нашего монстра, КВ-44, советы отбуксировали его на свой завод. По последним разведданным наших немецких союзников, на их заводе остался небольшой конвой, это Карл-44, Фиджерон, Тиран и Иосиф. Полагаю, сейчас у нас есть все шансы на окружение их завода, мы сможем пленить всех профессоров и сломить ход этой войны. Начинаем сбор войск и выдвигаемся по готовности. Сопротивляться бесполезно, бойцы. Даже не думайте об этом. Я требую встречи с вашими профессорами. Нам предстоит обсудить капитуляцию вашего завода. Живее выходите с ними на связь. Да, конечно, уже связываюсь. Они окружили завод и думают, что КВ-44 еще не починен. Не стоит волноваться, товарищ, у меня есть план. Т-26, ты отправишься на переговоры. Мы тем временем приведем КВ-44 в боевую готовность и поджарим их всех из реактивных «Катюш». Несмотря на то, что пельмень покинул завод, у нас остался ты, КВ. Они даже не догадываются, что ты уже в строю. Начинаем пополнение боекомплекта. Чего вам нужно, демонические отродья? Мы не сравняем завод с землей, если ты и МС-1 сдадитесь в наш плен. И кстати, где МС-1? Скопление их сил на втором километре на восток от нашего завода. Время накрыть этот квадрат плотным огнем. Сейчас армия Левиафана превратится в курей-гриль. Он передает вам привет!